Значит, у нас есть сознание, да, то есть которое мы лишаем. Вот мы разговариваем, мы вот смотрим, как решается. То есть мы, например, посмотрели решение чьё-то, да, преподавателя или ролик посмотрели, да, мы это сознанием делаем. Сознание. Сознание, оно логично, с ним можно какой-то диалог построить, да? Но дело в том, что решаем мы не этим больше инструментом. Частично этим, но частично мы решаем под сознанием. Подсознание, оно не такое уж и логичное на самом деле, что если бы оно было логичное, мы не делали бы ошибок. Подсознание это и является вот как раз наши привычки. Привычки, да? Вот нам что-то кажется. Где-то внутри нас глубоко сокрыто, да? Это внутри нас. То есть определенную часть мы берем при решении примера из сознания, но и часть из подсознания. Вот этой частью мы решаем уравнение или пример. Вот если мы привыкли, если мы подсознательно кажется нам, ой, так легче решить. Хотя, если ты бы решал только сознанием, ты понял, блин, это нелогично. Потому что, если ты в уме считаешь, к примеру, все, да, и у тебя из 10 примеров, посчитанных в голове, например, только где-то 6 правильных, а 4 неправильных, мы говорим, это ненадежный способ решения, да. А подсознание говорит, блин, так же легче, удобнее, проще, да. Поэтому сознание может себя пересиливать, и ты все равно будешь делать устно. Вот. Для этого что нужно? Для этого нужно обновление. Обновление мышления. Да? Оно начинается здесь. Да? То есть мы идем обновление мышления. Мы разговариваем с сознанием. Да? Мы говорим, допустим, решать устно ненадежно на экзамене, да? Потому что бывают ошибки, мы слишком рискуем, да? Вот, потом мы какую-то применяем еще дисциплину, то есть мы принимаем решение на уровне сознания, то есть решение принимаем. Решение, что мы будем дисциплинировать себя, даже если нам не хочется, но мы все равно делать будем вычисления письменно в столбик, даже простые, да, даже казалось бы простые, да, и тут начнется определенная борьба, конфронтация, да, то есть подсознание тебе будет говорить, да ну брось ерундой страдать, это же простой пример, зачем его писать, понимаешь, так и есть, потому что ты привык, да, да. Да типа зачем напрягаться? То есть подсознательно ты не хочешь напрягаться, да? Подсознание, оно говорит, не надо напрягаться. Но тут дело в том, что если мы примем решение, даже если нам не хочется считать в столбик вычисления делать, да? Мы возьмем это на вооружение. И какое-то время, нам нужно время, да? Мы будем это делать, мы привыкнем к этому. И тогда эта привычка уйдет уже на уровень подсознания. Да? Выработается привычка, и на уровне подсознания ты начнешь делать столбик. Потому что ты так уже привык, да? Привык. Вот. И ты таким образом изменишь свое подсознание, да? Вот. И тогда, потому что подсознание, оно любит быстро делать, да? Оно любит быстро, машинально какие-то вещи. Машинально, да? Так вот, чтобы было быстро и машинально, и при этом правильно, правильно и надежно, нужно с этим подсознанием вести работу. Работа должна быть. То есть сознание твое влияет на подсознание, дисциплинирует. Я буду решать, несмотря на то, что мне хочется, не хочется. То есть ты не смотришь на эмоции.
Подсознание, оно более эмоционально, больше на эмоции ведется. Хотя сознание достаточно логично. То есть нужно провести эту работу. То есть я говорю, хочется мне, не хочется, я считаю столбик. И все. Потому что сознательно я понимаю, у меня будет 10 из 10. Иногда может 9, да, из 10. Но 9, 10 из 10 правильных ответов – это очень надежный результат. А когда мы из 10 только 6, блин, это вообще, представляешь? Допустим, решаешь первые 12 заданий на профильном экзамене, 6 из 10 – это там, ты столько баллов потеряешь, это уйма. А еще может и больше, потому что в каждом же может быть ошибки, в каждом. Чтобы балл засчитан верно, нам нужно решить, вот допустим, есть процесс решения. Вот смотри сюда. Есть процесс решения. Мы говорим, у нас есть пример, да? Вот пример. У него есть некие исходные данные, дано, да? И чтобы дойти до ответа, ответ, ты должен проделать серию каких-то вычислений. Одно вычисление, второе. Ты, то есть, принял решение, так надо сделать, так надо сделать, так надо сделать, потом так надо сделать, да? И нужно понять, даже если на одном из этих этапов, да, будет ошибка, то весь ответ неправильный. То мне бессмысленно делать все остальные шаги. Да? Да. А чтобы пройтись и дойти до правильного ответа, у тебя здесь должен быть надежный алгоритм здесь. Надежный здесь, надежный здесь, здесь и здесь. На всех этапах. Да? На этапах, когда ты понимаешь, какой тебе алгоритм использовать, да? Применяешь, к примеру, свойства уравнения. Есть такие этапы, они кажутся маленькими, незначительные, там, посчитать какие-то вычисления, там, не знаю, умножить, к примеру, что-то поделить, сложить, ну, арифметические действия, да? Если ты на этом этапе будешь использовать ненадежный алгоритм, то тут возникнет, блин, ошибка. А тогда нафига мне вот эти алгоритмы изучать? Свойства уравнения, как их использовать. Если, понимаешь, это самое слабое звено. Да. То есть пример оценивается не по сильным звеньям, а по слабым. Вот какое у тебя самое слабое звено, такой результат. Если есть слабое звено, все, бум, до ответа просто не доходишь. То есть наша задача понять, что на каждом этапе, неважно какой-то, сложный с точки зрения понимания, или простой этап, как просто там, не знаю, сложить два числа. Я должен использовать только надежные алгоритмы. Только так моя цепочка будет полностью сильная. Да? И не будет вот этого слабого звена. Тогда я дойду до правильного ответа. С очень большой вероятностью. Там, вот нам вот такая вероятность. Ну, по крайней мере, больше 80% должно быть процентов. Понимаешь? Для этого нужно принять решение и не допускать нигде слабых звеньев. Слабое звено – это бум, все коту под хвост. Все эти подготовки, все решения, все вот это все идет коту под хвост. Это же можно, ну, в привычку войти. Если любое действие будешь делать определенное время, в привычку уйдет, да? Да. То есть нужно выработать привычку. И физические действия тоже. Да. В привычку нужно выработать. Но для этого нужно перебороть свои «не хочу» эмоции, которые «да ну нафиг, типа, зачем ты ерундой страдаешь?» Да, и потом это войдет в привычку, и тогда ты делаешь, будешь уже надежно и при этом быстро и машинально, на уровне подсознания. Тогда подсознание будет работать на нас, а не против нас, понимаешь? Ну, для того, чтобы оно работало на нас, надо с ним немножко поработать. Да даже немножко, через дисциплину, через «не хочу». Торопиться не надо. Лучше меньше решу. Но выработать определенные привычки,
тогда подсознание будет работать на меня. Быстро и машинально уже на экзамене. Да? Но для этого на этапе тренировки я должен его дисциплинировать. И так в жизни, даже если ты возьмешь какую-то работу будешь делать, да, такие же вещи. То есть как ты здесь относишься, так же ты к своей работе будешь относиться, да? Ты же тоже будешь выполнять какую-то работу на уровне сознания, на уровне подсознания. Если ты видишь, что результат не очень качественный, не знаю, допустим, это сервис машин. Если ты некачественно сделаешь, и ты не будешь дисциплинировать себя, чтобы делать более качественно, да, будет плохой результат. Клиенты будут уходить от тебя. Все. Тоже надо над собой работать. По-другому никак.